сторону, и локоть должен, то есть рука должна быть все время как бы возле моей груди, возле моего живота. Я разворачиваюсь на него, в его сторону туда, как бы вот сюда. Что здесь можно сделать? Здесь можно отвести руку и жестко ударить ему солнечное сплетение вот сюда, в живот. То есть он отвлекается, он не видит, что я делаю. Я ему голову перекрыл. То есть я тяну, он не вытаскивается, да? Я заряжаю для удара и жестко его бью в солнечное сплетение. Опа! И ушла рука сразу. Понятно? То есть бью либо сюда, можно в голову. То есть отвлекается моментально. Забывает про свою руку. Либо в голову, либо в солнечное, там, в живот, в ногу. Оп, ушла рука. So, let's take a photo. Все, спасибо всем большое. Что я делаю? Руки мои как будто держат за панаму, за кепку. То есть они все время у головы, у висков. Локоточки висят. То есть не задираю локти, чтобы меня здесь не пробили. А локти прижаты к моему корпусу. Борода опущена на грудь. То есть так, вот так я передвигаюсь, то есть в тайском боксе. Сейчас такая работа. Подготовительное упражнение для ударов ногами, то есть лоу-кик, хай-кик. То есть что я делаю? Я пробиваю ногой, да? Сейчас такая работа. То есть я кидаю ногу. Просто кидаю ногу. Кидаю ногу не через сторону, а прямо. Вот она прямо так летит, как в узком коридорчике. То есть я выкидываю ее прямо. Руки при этом, я как бы немного ложусь на свое плечо и на руку. То есть рука. Если он вдруг будет бить меня в это время, я закрываю свою голову, свою челюсть и вижу его. То есть, да, вот такая работа. Сейчас вы просто разберетесь, и каждый, то есть раз, скинул ногу, раз, скинул ногу. Сейчас разобрались, поработали. Нога возвращается, пробил, вернул обратно, поставил ногу. То есть пробил, обратно ногу поставил. Вот я пробивал. Теперь ближней ногой. Но ближней ногой, чтобы ударить сильно, чтобы пробить, то есть здесь будет удар не сильный. Он будет ощутимый, но удара как такового не будет. То есть здесь так бьют каратисты, там кикбоксеры, тайцы, они бьют как бы немножко с разножки. То есть здесь, в принципе, и так бьют. То есть и здесь можно вложиться хорошо. Но сейчас мы будем немного учиться как бы менять ноги. Что я делаю? Я ногу ставлю назад, как бы отставляю, а эту чуть-чуть вперед, как бы продвигаю. Раз, два. И теперь бью удар ногой. Посмотрите еще раз. Раз, два. И здесь я уже как бы вкладываю. То есть я заряжаю. И когда я. Посмотрите еще раз. И когда я ставлю здесь ногу, то есть делаю разножку. Вот здесь я как бы отталкиваюсь ногой, заряжаю для удара. То есть получается раз-два удар, раз-два удар. Любой удар, то есть как бы вот здесь я, вот я заряжаю ногу для удара. Как бы видите, и со всем корпусом ее туда посылаю, тазом посылаю. То есть вот такой, раз-два, три, пошла нога. Вот она, как бы. Вот здесь вот она отталкивает, она вылетает оттуда. Сейчас попробуйте вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Когда соперник бьет ногой, моя элементарная защита, то есть куда бы он меня ни бил, в корпус, в голову, в лоу-кик, то есть элементарно, когда бьется лоу-кик, я поднимаю ногу в сторону. Поднимаю ногу в сторону и носочек разворачиваю. Разворачиваю, то есть это блок. Есть два блока, вот как бы обычный блок и когда я бью ногой навстречу. То есть я могу просто ногу выставить, а могу как бы сработать на него еще, то есть ему будет больнее гораздо. Сейчас поработаем такое, то есть когда бьет лоу-кик, я выставляю ногу. Когда бьет в корпус, я поднимаю ногу, да, тоже. Вот посмотрите,
Я перекрываю, когда я перекрываюсь ногой, вот как бы, если удар пойдет в голову, я перекрываю, то есть вот здесь я кладу руку на голову, а второй рукой контролирую всегда. То есть, если нога и пойдет, она пройдет мимо. То есть, как бы, как крыша в доме. То есть, я не просто вот так поставил, здесь ляжет удар жестко, а вот так. То есть, если он и ляжет, то он пройдет мимо. И ногу поднимаю, как бы нога и локоть, колено и локоть соединяются. То есть, нога не сядет ни в корпус, ни в голову. То есть, я здесь ее вижу, я ее контролирую. Куда бы он ни кинул ногу, в корпус, в голову, я ее вижу, я ее контролирую. Еще в голову. То есть, видите, я защищаюсь. То же самое в эту сторону. То же самое. Сейчас такое упражнение. Защищаемся слева и справа. То есть стоим. Раз. Два. Раз. Здесь, смотрите, с этой стороны накрываю голову, защищаю, встречаю ногу. То есть, раз, видите, с этой стороны тоже пошла нога, допустим, в голову. Два. То, что мы работали, меняя ноги, вот она, удар под, как бы, вот в эту мышцу. Я пробиваю с этой стороны. Опять, смотрите, разножка. Раз, два, три. Сажаю удар вот этим местом, передней частью ноги. Вот. Раз, два, три. Смотрите, не перепрыгаю. Стоп. Не это. Раз, два, три. Да. Раз, два, три. Когда он бьет мне лоу-кик, а я с подшагом бью ему в голову. Зачем я... то есть, когда пошла нога, я... Стоп, стоп. Когда пошла нога, что? Я делаю маленький подшаг. Я с этим подшагом я сокращаю дистанцию для удара руки. Я сокращаю дистанцию и... смотрите, когда я здесь стою, удар, максимальная сила удара его ноги приходится вот именно здесь. Когда я делаю подшаг, сила удара его теряется. Уже здесь не так, то есть не больно будет. Плюс, когда я бью его, удар приходится в голову. Даже если вы пробьете в грудь, у него вылетят ноги, он упадет. Потому что во время вот этого движения он... стоит на одной ноге и то есть теряет равновесие. Сейчас такая работа. Вообще как бы он выполняется примерно так. То есть я с подшагом пробиваю ему в голову. Бам! Понимаете? И здесь могу еще накрыть ногу. Накрываю ногу. Сейчас такая работа. Вы своего оппонента. Вот смотрите, как только, может, стоп, как только, вот смотрите, сначала идут как бы плечи, потом пошла нога. Вот как только плечо пошло, вы делаете подшаг и пробиваете ему. И я его толкаю в плечо. Не кладу, потому что кость в кость будет очень больно. Я выношу ногу рядом, он отвечает. Кладешь. Не бить. Только обозначаю. Я вынес, обозначил. Понятно? То есть, если вам пробивают лоу-кик в бою, вот такая, раз, два, сразу ответили. Понятно? Удар теряется. Раз, два. Раз, два. И руки опять готовы. Готовы либо принять, либо атаковать. Понятно? Руки все время у лица. Раз, два. Вот сейчас поработайте по парам. Я могу касаться ног и наступать на ноги. Понятно? Вот так вот. Понятно? Поработали.
сейчас такое упражнение, смотрите. Когда мы двигаемся, да, двигаемся. Я дергаю где-то, обманываю, дергаю. Раз, раз. То есть, что мы сейчас делаем? Сейчас прыгаем. Просто. Раз, два, раз, два. Да, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То есть вот такая работа. Раз, два, раз, два. И друг друга по плечам. Прорваться к нему под руки. То есть его задача пройти мне под руки. И тоже оторвать от земли. То есть такая работа. Да-да-да. То есть моя задача. То есть пройти ему под руки. Под руки и оторвать от земли. Понятно? Когда я, вот мой соперник, да, атакует меня, то есть хочет забрать там, перейти на меня сверху, что я делаю? Я как бы ухожу немного в сторону, выбиваю вот эту ногу. То есть раз. Но а рукой вот этой, как бы она остается там. Посмотрите еще раз. То есть мы работаем, да? Он хочет. То есть я просовываю сюда руку и ногой выбиваю его ногу. Получается, он остается лежать на животе. Вот эту, как бы ныряю под эту руку. И вот здесь беру в замочек себя за локоть. И уже начинаю душить. То есть вот что. Раз. Прижимаюсь. Можно здесь перевернуть его. Понятно, нет? Смотрите, как бы показываю, что я ухожу на плечо, а теперь я прихватываю руку, стопорю его руки. Стопорю и пропускаю на рычаг. Беру себя за руку. И теперь вот, видите, сразу ногой отключаю его. Чтобы он будет вот в этом положении, он будет кувыркаться по ходу своей руки. Да. И у меня приема не получится. Чтобы он не кувыркался. То есть вот что я делаю. Раз, два. И сразу ноги растягиваю. Чтобы он не кувыркнулся. И вот теперь идет болевой прием. Понятно? Посмотрите, что я сначала делаю. Если вы возьмете руку сначала, он поймет, что вы делаете болевой. Сразу поймет. Он просто ее уберет туда. Он выдернет, да, не даст. То есть я как бы ухожу за спину, вот я прихватываю его плечо, чтобы он руку не вытащил. Понимаете? А вот здесь как бы одновременно я прихватываю руку и запускаю свою. Вот сюда. Если можно, зайдите с этой стороны, ребят. То есть посмотрите, если я прихвачу руку сразу, да, он будет вытаскивать ее, он будет чувствовать опасность. Если я пойду туда, он выдернет ее просто. Он не даст мне сделать болевой. Встанет, не даст мне сделать. Что я делаю? Я как бы ухожу и зажимаю здесь вот плечо. А теперь я одновременно как бы блокирую, держу его руку и запускаю свою. Сейчас, то есть вы делаете, ваш соперник прихватывает свою ногу, да. Ваша задача, вот как бы поддернул ее и делаю болевой. Сможешь? Вот он, стоп. Вот здесь, когда он пошел на болевой прием, что я делаю? Я как бы перекрываю руку ногой своей, также прихватываю ногу. Но теперь я не, то есть, чтобы он меня не выдернул, чтобы он этого не сделал, я как бы накатываю на его плечо вот сюда. Вот здесь он меня уже не выдернет, дергает. Ему здесь нечем дергать. Я его загрузил на эту. И вот здесь, то есть он здесь застопорился. Он здесь полежит и в конце концов отпустит. То есть сделай мне болевой. То есть видите, я как бы загрузил его на это плечо. Загрузил его, он не может дернуть. Понятно? Еще раз. Ага, стоп. Да? Вот я как бы загружаю его на это плечо.
приподнялся и загрузил его на это плечо. Видите? Посмотрите еще раз, ребят. У многих не получается защита. Почему? Посмотрите. У многих не получается защита. По какой причине? Смотри, стоп. Я вот здесь, как бы накатываю на него, ему на плечо, перекрываю свою ногу, и как бы, смотрите, как бы накатываю ему на голову вот здесь. Вот, накатываю, вот. Держу его вот здесь, понимаете? Можно? Вот здесь постоянно, да, я ему не даю ему, я жестко, сильно держу свою ногу и накатываю, да, держу его вот в этом положении. Плюс здесь вы можете бить. Это вчера. Понятно? Нет, ни в коем случае не отпускайте свою ногу. И старайтесь загрузить его плечо, чтобы он лежал на плече, чтобы ему нечем было тянуть. Понятно? Спасибо вам большое, приятно с вами работать. Показываю, что я иду на болевой на руку, мой партнер будет защищаться как бы немного от меня отталкиваясь. То есть когда я пойду на руку, я показываю, что иду на руку, а сам стою и перешагиваю дальше. И здесь вот уже мое выгодное положение. Посмотрите еще раз. Все очень просто. Вылетает как из пушки. То есть я показываю, что я иду на болевой, вот сюда, да? А сам ухожу, стою на руку и как бы тазом ухожу и ногой просто перешагиваю туда. Такой вот простой уход. Сейчас мы посмотрим, когда противник, то есть начинает упираться, то есть он стопорится. Я, например, вот. Многие из моих ребят уже, из тех, с кем я тренируюсь, они уже знают это положение. Когда я иду, он начинает скакать, немножко напрягается. То есть не дает мне туда выйти. Что я делаю, да? То есть он упирается. Что я делаю? Я вот эту ногу вытаскиваю оттуда. И здесь вот уже пошел удушающий. Все, я жду, когда он созреет. Посмотрите, как проходит, как проводить как бы удушающий прием. Он рука ложится здесь, вот она проходит под его как бы подбородком. Под его подбородком я его прижимаю, как бы руку прижимаю и вывожу сюда чуть-чуть. И здесь уже я фиксирую жестко свою руку. Я могу встать в стойку, могу также остаться в партере. И вот здесь я просто прижимаю и держу его. Все. Здесь я жду, когда он сдастся. Понятно? Сейчас так. Еще раз. То есть я ухожу, показываю. Раз, он напрягся здесь. Я вытаскиваю вот эту ногу оттуда. И здесь уже ваша... Можете ударить. Сюда. И вот она уже рука все прошла на удушающем. Особенности есть. Когда я работаю снизу, когда вот пошли мои ноги, да, вот здесь моя задача увести этот локоть вот сюда. Да, как он будет вставлять вот здесь, мне будет неудобно, если локоть, то есть я не смогу сделать прием. Здесь моя задача увести локоть вот сюда, и здесь уже вот он болевой, удушающий. Вот, например, у меня нога сюда, она не долазит, как у Антонио Нагуэры. Я не могу, то есть у меня ноги здесь не сцепляются, то есть она не дотягивается сюда до этого. Что я делаю? Я как бы немножко разворачиваюсь. И получается, видите, у меня не так я ломаю душу, а вот оп, пространство у него сжалось. Видите, я как бы, то есть я не так душу, а
как бы раз, немножко развернулся, видите? И вот теперь я поддаю ногами. Понятно? Немножко развернулся. И здесь, чтобы усилить эффект, я могу еще придавить ему голову. То есть сюда вот. Придавливаете, и у него еще кислород перекрывается. Здесь вот он ваш болевой. Понятно? То есть у кого нога сюда не заходит, совсем не обязательно его, то есть вот здесь мучиться. Я как бы немного, вот смотрите, раз немножко развернулся в сторону, и все, и у него закрылось. То есть когда у меня так ноги работают, да, а когда раз развернулся, а пространство стало гораздо меньше. И удушающий идет. Если у вас есть это положение, а у вас что-то не получается, то есть он терпит, дышит, там голову, то есть не получается. Смотрите, что я делаю. Я как бы, я перекрываю ногой голову и делаю болевой прием. Понятно? То есть вот он, мы сцепили ноги, да, вот у меня не получается, он дышит там, уперся где-то. Я перекидываю, то есть даже если здесь локоть где-то, понимаете, я разворачиваюсь, перекидываю ногу на голову, и вот здесь вот, вот она рука. Вот здесь очень большая плотность получается, я сжимаю руку как тисками. Он ее никуда не денет, он ее не вытащит. То есть вот такая работа, раз, и вот здесь я просто перекидываю ногу, ломаю руку. То есть когда он... его руки находятся где-то у меня на груди. Вот смотрите, я что я делаю? Я прижимаю руку, прижимаю одну руку, а второй рукой иду к ногам. Вот здесь как бы к ногам. И за счет этого и на спине разворачиваюсь в сторону его ног. Одновременно как бы отключая, то есть, видите, иду к ногам и одновременно перекрываю его голову. Вот здесь я могу уже его ломать. Могу в этом положении ломать. Могу перевести в это положение, провести болевой прием. Понятно? Посмотрите еще раз. Здесь, в этом положении, главное, чтобы ваш пах как можно плотнее сел к нему под мышку. Вот сюда. То есть, что я делаю? Я прижимаю руку и разворачиваюсь, то есть, за счет того, что я как бы прихватываю ногу и разворачиваюсь на своих лопатках к ногам. Вот здесь я могу даже вот сюда дальше пойти. Вот он болевой прием. На руку. Как защищается от этого положения? Когда мне идут, когда мне начинают делать, когда мне начинают делать, стоп, я вот здесь стараюсь прижаться к нему. Вот здесь, вот так загрузить его. То есть стараюсь к нему как можно ближе. То есть он должен застопориться в этом положении. Делать. То есть я стараюсь прижать его. Я стараюсь его, чтобы он не поддал тазом. Вот здесь, когда пошел, оп, вот здесь, стоп, стоп, стоп. Вот здесь как бы я сразу, видите, прихватываю свою руку, чтобы она не ушла. Прихватываю руку и стопорю его здесь, как бы нагружая его на голову. Вообще лучше не давать ногу закидываться сюда. То есть только пошла рука. Вот здесь раз, прихватил. Понятно? Только пошла, раз, прихватил голову. Даже если он будет стараться прижаться, я должен еще сильнее разворачиваться к ногам. Тогда он будет проваливаться сюда. Чтобы он не прижимался. Ага. То есть такая работа. Раз. Оп. Вот здесь, когда он будет ко мне прижиматься, я проваливаю туда еще дальше. И вот здесь вот я делаю болевой прием. Вот она рука у него. Понятно? То есть я его туда провалил, а вот у него рука, я готов ее ломать. Они, скажем так, ну, в бою не всегда проходят. В боевом самбо бывают моменты, когда они проходят. В бою бывают моменты, когда проходят. То есть их надо просто чувствовать и надо на этом ловить своих соперников постоянно. Вот такие вещи, когда соперник где-то берет, там что-то делает, вот такие вещи, я, например, раз, я вот такие вещи очень люблю. Вот она, уже болевой прием.
Что я делаю? Я ищу как бы, то есть на любую руку, как бы я упираю, получается, упираю его руку, она упирает, начинает упираться в шею, а вот здесь беру чуть выше локтя и начинаю как бы раз и растаскивать. Вот, пошел. Вот он уже болевой прием, то есть как бы через рычагом, через мою шею. Прямая рука, он уже упирается в ковер, ему уже некуда. А здесь вот я делаю болевой прием. И на любую руку, то есть раз, поймал, все. Я как бы, когда я его ловлю, я как бы раз, я как бы вылазю из-под него. Если я, то есть, оп, и даю ему упереться, пройти мимо себя. Если в эту сторону, значит, раз, вот, как бы из-под него немножко вылез, из-под него вот, оп, видите, таз убрал, раз, оп, все. Это уже болевой прием. Если он здесь терпит, я могу перейти. Что это болевой прием? Понятно? Сейчас попробуйте. Сделай мне. То есть, когда вам будет соперник делать, эти вещи надо делать очень быстро. Потому что